нужно. Молодые люди, вы не подскажете, кто из вас является сыном супермультивалютного нефтяного олигарха? Ну я, а в чем, собственно, дело? Здравствуйте, у нас к вам дело. Видите ли, мы снимаем художественный фильм «Боевик», и у нас возникли небольшие финансовые затруднения. Не могли бы вы стать спонсором нашей картины? Нет, кино меня не интересует, нет. Что-то мне подсказывает, нельзя им доверять. Да не, ребята, вы чего? Это нормально все, это ж киношные приколы. «Боевик» же снимаю. Где я могу обсудить условия моего участия? Давайте сядем к нам в автобус, проедем в лес, у нас там офис. Не-не, мы с тёлками хотели в клуб поехать, понимаете? Такая ситуация, как бы, да? Ребята! Господа! Товарищи! Любезнейший! Пацаны! Все нормально, я в кино! Созвонимся!